Всем привет, с вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру Европа 2.6 и проходить режим кампании за США, революция и седьмая миссия, седьмая серия. Давайте начинать. Битва за Йорктаун. Итак, какие наши цели и задачи на данную миссию? 16 ходов у нас есть, чтобы 3 звезды заработать. Нам нужно захватить 3 города и уничтожить один отряд ихнего генерала, у которого 282 очка жизни. Корнвейлс. У нас есть артиллерия. Сразу же вкачаем им генерала. У нас есть отряд гренадеров, правильно? Да. Вкачаем Клинтона. Так, и давайте бить по форту. У нас есть еще 300 монет. Мы их потратим на пушку, конечно же. Как минимум на пушку. Кавалерию, может быть, вкачать. 75 это будет нам стоить. Давайте тогда пехоту лучше. Или, может, можем что-то построить? Интересно. Нет, построить мы ничего не можем. Улучшать город я не буду. Значит, тогда сделаем как? У нас 8 свободных вот здесь очков лимита населения. И мы можем вкачать либо рифлмена. Да, наверное, мы рифлменов и вкачаем. Только тут они нам, наверное, не очень-то нужно. Ну ладно. Давайте начинать. А тут тоже-то форт есть на самом деле. А я его даже не заметил. Минус 5. Плохая точка. Это у нас кто? Это гренадеры. Хорошо. Идите сюда вперед. Бесят меня эти форты, я их сразу уничтожаю. Так, что с этим фортом делать? Ну, кажется, нашел ответ на свой вопрос. Плохой вариант. Вот, что лучше в данной ситуации, идти в горы? Или терять мораль? Или атаковать форт? Блин. Конница и форт, конечно, не очень-то брать. Давайте, наверное, в горы и на арту. Это будет наименее ущербный вариант, я думаю. Так, надо бы как-то обойти эту арту. А что у нее мораль упала? Я не знаю. Что-то моралька упала. Блин, мобильность не вкачана у арты. Так херово. Не будем отвлекаться на ихнюю лодку. Ну ее нахрен. Минус 50. Хорошо. Ага. Вот хорошо, что я заметил. У нас есть отряд, который терять нельзя. Это важно. Я так уже один раз чуть не погорел. Когда у меня один хп остался. Так, 210 монет. Надо город захватить и быстро штамповать войска. Ай, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. О, нормально. Меня такой вариант устраивает. Так, давайте арту их не добьем. Чтобы она не мучилась. Нет. Еще мучается. Не дело. А здесь будем гасить ихний форт. Вот таким образом. Так, может мы создадим здесь что-нибудь? Например, фабрику по производству артиллерии. Давайте так и сделаем, потому что пехоту я не хочу качать. Арту я просто люблю. Давайте, да. Я думаю, она за один ход построится. Надеюсь. Так, отлично. Заказываем арту. Ведем пехоту в атаку. Заказываем пехоту.
Гасим ихний форт. Замечательно. Так, осталось захватить один город и уничтожить один отряд вражеский. И у нас на это есть целых 10 ходов. Ну, мы, в принципе, неплохо продвигаемся. Темп нормальный задали. Делаем ход. Так, не забываем следить за нашим генералом, чтобы его не потерять. У нас нигде церкви нету. Помолиться. Чтобы силы были у генерала нашего. Нету. Так, и еще арту. Я буду арты заказывать столько, сколько мне хватит совести. Так, ну здесь лучше пехоту атаковать в данной ситуации. Откуда у них здесь отряды? Чё-то я не врубаюсь. Ну ладно. Так, отсюда в отряд его водить не буду. Пусть стоит. Да, я уверен. Я уверен. Так, где наша доблестная арта? Двигайся вперед, дорогая. Гасим по Йорктауну. А что я сейчас сделаю? Надо выдвигать отряд. Здесь мы ставим ополчение. Здесь мы тоже поставим ополчение. Бля. Сука. Ха-ха. Я сейчас могу отряд потерять. Ёб твою мать. Я не заметил, что это он. Сука. Блять, надеюсь, не потеряю. Это будет сейчас очень прискорбно. Я очень невнимателен бываю. Я прям пиздец сейчас был. Сука, проиграл. Нет, не проиграл. Тогда я чего-то не понял. Подождите, у меня был отряд, который был обведен красным кружочком. Но я его потерял. Я все еще не проиграл. Напишите в комментарии, почему. Потому что я так понял, что отряд потерять нельзя. Что произошло? Это лаг игры или я неправильно понял условия победы? Странно. Я тоже думаю, сейчас все вырубаю. Придется заново перепроходить. Расстроился уже, слюни пустил, сопли. А ну во как получилось. Интересно, почему? Так, у нас осталось 6 ходов. Для уничтожения Йорктауна и вот этого вот говнистого отряда. Минус 37. Минус 36. Блин, крепкий город, зараза. Сколько там очков? 160 еще, ни хрена. Ни хрена он мощный. Так. Это была плохая идея. Блять, дважды плохая идея. Что ж я делаю-то, ёб твою мать. Здесь поставил между врагов и здесь поставил между врагов. Не делайте так. Это прям было очень неправильно. Очень глупо. Бля, мы успеем, чтобы 3 звезды заработать? Не уверен. Мы можем не успеть, если честно. Можем не успеть.
4 хода осталось. Мы почти разрушили город. Еще 32. И нам еще нужно будет потом отряд уничтожить вражеский. Блин. Можем успеть. Можем успеть. Есть шанс. Если они сейчас здесь новый отряд не создадут, то шанс очень даже реален. Сука, создали. Два хода. Два хода осталось. Ё-моё. Так, у них понижение морали. Надеюсь, это мне поможет как-то. Так, давай я сделаю вот так. Два хода. Я хочу 3 звезды. Я хочу 3 звезды. Так вот, главное, чтобы они сейчас отряд новый не создали в Йорктауне, и я победил. Они не создали. Они не создали. Победа. Мы затащили. Мы затащили. Отлично. В этой игре есть такой прикол, что противник не так туп, как в прошлых играх серии, и весьма активно штампует свои отряды. Иногда это может очень повлиять на нашу победу. Отлично, мы прошли очередную миссию, битва за Йорктаун, 3 звезды, замечательно. Пока мы держимся очень уверенно, если победим и в 8-й миссии заработаем 9 звезд, 3 звезды, то получим еще и вот принцессу, правда я их не качаю ни хрена, но я разберусь и пойму, как это правильно делать. Ну главное это вот 300 медалек, 3600 золотых. Всем спасибо за то, что смотрели это видео, и я вас благодарю за просмотр. С вами был TeamPos, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, если вам есть что сказать, особенно у меня был вопрос в серединке, пересмотрите и ответьте на мой вопрос, как, почему я не проиграл, если у меня генерал подсвечивался, мне интересно, потому что я не совсем понимаю, возможно, правила этой игры. Ставьте лайки этому видео, если вам понравилось, ссылка в описании на группу ВКонтакте, подписывайтесь, там будем обсуждать все интересные, не знаю, обновления этой игры, новости мира игр в андроиде. Всем спасибо, всем пока и удачи!